Продолжаем заливать фундамент. Вот уже залили кусочек. Одна труба пойдет на кухню, вторая в туалет. На две комнаты. Так, проложили канализацию, там под фундамент у нас будет выходить труба. Вот таким вот образом. И потом со временем пойдет продолжаться туда в септик. Вот труба под наклоном. Наклон я где-то сделал 3,5 сантиметра. 3,5 сантиметра на метр. Может, большой уклон? Ну ладно. Будет быстрее из дома сходить. Не туда залазить? Давай его поднимем. Второй день сняли опалубку. О, проложили канализацию, закопали, поставили маяки. Набурили сваи, заармировали. И сейчас потиху будем их заливать. Такой вот процесс. Ну что, будем работать? Сняли опалубку. Короче, вот так вот двигаемся. Вчера залили столбы. Сегодня уже заливаем бетон. Кто здесь? Папа! Папа, что ты делаешь? Так. Выставили, подняли первым рядом фундамент. Положили гидроизоляцию. Натянули шнурки по крайним блокам. Уровень. Здесь отступили на отделку 5 сантиметров. Так, вот это блоки, с которых мы ложим. Короче, начали уже стены. Фундамент, можно сказать, на этом закончен. Направляющие по углам. Купили блоки новые. Вода. А это пенсия? Да. Дмитрий, что вы делаете? Какие новые? Ты счастлив? Я снимаю блоги и ложу. Появился новый стройматериал. Короче, настолько мы еще продвинулись, неправильные швы. Ну ладно, будь стоять. Никуда не денется. Перегородка. Херни, конечно. Тут дверь будет. Вот уже вырисовываются черты. Дверь заходишь. Раз, раз. Через дверь. Здесь вот еще одна будет дверь. Короче, стены растут. Новый строительный материал. Это блоки. Появилось у нас крыльцо сегодня. Миша, Лена и я залили вот крыльцо. Миша, вот самый главный заливщик, работал как работяга, весь в цементе, только тачки и тягал. И вот залили крыльцо, довольно такой исторический момент, я даже очень счастлив, если честно. То есть с утра тут ничего не было, сделали опалубку и залили крыльцо. Теперь у нас есть крыльцо, вот такое крыльцо.
крылечко. Очень здорово, по-моему. Я очень безумно рад. Хорошие. А рубашки ты взял, блин? Всем привет. Ноябрь месяц. Участок убрали, этот урожай. Выросла. Фасоль. Остатки грядок. Короче, вот так вот. Недостаток финансирования. Перестройка у нас на таком этапе. Надо блок купить, короче, сейчас. Не так хорошо у нас с финансами. Привез песок. И купил окна. Сегодня надо поставить. Окна вот эти поставим. Дом. Вот два окна. Почки. Надо как-то окна доделать. Погода отстой. Болею. Блоков. Блоки вон все валяется. Надо тоже положить обязательно в этом году. Песок засыпать надо. Дом возить. Ставим окна. Начали ровнять стены. Там тоже сегодня продолжим. Вот стену тоже короче иду переодеваться и попытаемся в этом сезоне еще что-нибудь сделать. Садится батарея, но процесс у нас, короче, такой. Берем 4 растяжки, окно ставим по уровню, и потом дырки эти запениваем. Короче, вот так вот. Ладно, все, камера садится, будем продолжать ставить окна. Ставлю окна, собираем инструменты, опаздываем. Очень. Пойдем снаружи посмотрим, ровно ставили или нет. Быстро, быстро. Сейчас заберу все. Так, уже смеркается. Осень, ноябрь месяц. Отчет со стройки. Песок здесь. Два окна стоит. И еще два окна стоит. Вроде как даже может быть и ровно. Надо подъехать запенить. Время сегодня не хватило. Такие дела. Ну ладно, надо быстрее собирать инструменты. На этом выпуск заканчивается. Строительный сезон, походу, может быть, тоже. Так что все. Подписывайтесь на канал. Следите за стройкой. Все. Пока.